Всем привет, всем здравствуйте, всем добрый вечер, прекрасный пятничный вечер. Погода в разных регионах России не очень, потому что, например, в Москве идет снег, ну а в Грозном, где сегодня состоится один из центральных матчей первой лиги, погода, как рассказывают, вполне себе. И сегодня здесь, на стадионе Ахмат-Арена, сыграют Алания и Арсенал. Вот, пожалуйста. Игра стартовала, игра началась. Итак, Алания, Ростислав Солдатенко под первым номером. Третий — Константин Плиев. Михаил Сухорученко под 41-м номером. 13-й — Азамат Азасиев. Что придумает? Отсюда, кстати говоря, можно и пробить. И какой плотный удар. А здесь как раз Ростислав Солдатенко. Хороший какой отбор, просто здорово он играет. А вот здесь надо было поаккуратнее, конечно же. Коронку, выход один на один, и забивает он свой 10-й гол. Если, конечно, не было никакого нарушения правил, если, конечно же, не было положения вне игры. Вот здесь, вроде бы отобрали, но как неаккуратно было сыграно, а Коронку был к этому готов. И, конечно, с такой буйнейшей позиции он расстрелял ворота. И к Ростиславу Солдатенко, я думаю, здесь никаких претензий быть не должно. Но мне кажется, что к вратарю нет претензий, к защите абсолютно точно есть. Был эпизод такой не очень приятный в его карьере, когда он мог оказаться в Торпедо, но болельщики торпедовские к этому отнеслись плохо, вспоминая о том, что вообще между этими командами не самые хорошие отношения. Здесь еще один момент и еще один гол. И неужели опять Окоронко забивает? Или все-таки гол будет отменен? А, положение вне игры. Не вижу. А вот здесь, кстати говоря, единственное, что мяча, по-моему, Окоронко не касался. И опять перехват. Туре. Окоронко. Ох, как сыграл. Ох, как сыграл. Еще один удар будет. Будет. Солдатенко. Но здесь совсем острый угол. Толики опять вынуждает Аланию ошибаться. Конечно, мы можем вспомнить, как при Губневе стандарты интересно разыгрывались с этими хороводами. Но здесь другой коленкор. И классный удар в исполнении Гербияни. Он действительно умеет здорово это делать. В любом случае, стыки не состоялись. А здесь момент опаснейший. Рикошет. И каким-то чудом мяч сейчас не попадает в ворота. Вообще, Зарукян, он с Василенко еще по факелу знаком. Хороший навес. И вот те самые стандарты в исполнении Алании, о которых можно говорить бесконечно. И мы понимаем, почему. Почему так нервничал Александр Сторожук в этой ситуации. Хороший навес. Как раз Сарукян его делал. И великолепнейшим образом здесь играет, я так понимаю, Машуков, да? До этой замены мы еще дойдем. Пока мы смотрим, как очередной удар. И какая красотища! Гелаян опять, по-моему, выступает здесь. Вот, пожалуйста, очередной навес. Еще один удар. И как же опасно! Окоронко открывался. О, красиво. Гелаян. Еще один пас. Еще один удар. И в штангу мяч попадает. Это Михаил Яковлев. По всей видимости, сегодня мы победителя не увидим. Да, звучит финальный свисток. Алания, Арсенал. Две команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, играют ничью. И вот с такого матча очень упорного 16-й тур в первой лиге, в Мелбет первой лиги начинается.